Книги популярных тиктокеров. Известные тиктокеры выходят за пределы соцсети и пишут книги. В этой подборке мотивирующие новинки от топовых русских блогеров. Ближе к звездам Юли Гаврилиной. Это автобиография одной из самых высокооплачиваемых тиктокерш мира. Идея книги возникла у девушки в ответ на многочисленные просьбы подписчиков поделиться своими секретами. Она решила не только рассказать о себе, но и мотивировать читателей ничего не бояться и следовать своей мечте. Здорово, бандиты, мечтай и ничего не бойся, Вали Карнавал. Это история успеха обычной провинциальной девочки, которая за 3 года с помощью ТикТока превратилась в звезду. Валя всегда откровенна в ТикТоке, а в книге она рассказала еще больше подробностей о своей жизни. А в конце каждой главы девушка добавила полезные мотивационные упражнения. Вера — твой пропуск к пьедесталу Веры Бирюковой. У олимпийской чемпионки по гимнастике больше 2 миллионов подписчиков в ТикТоке. Свою автобиографию она посвятила будущим чемпионам и их родителям. Вера не только рассказала о своем опыте, но и поделилась практическими советами в спорте. Читайте и слушайте на Литрес, ищи скидку в описании.